Абу Хурейра радиаллаху анху передает от пророка саллаллаху алейхи вассалям. Пророк сказал, говорит, что вы скажете, если перед вашим домом, перед вашей дверью течет постоянно маленький ручейка, и день 5 раз, если там человек купаться будет, остается ли его теле какой-нибудь грязь? Сподвижники сказали, нет, не останется, если 5 раз в день купаться будет, ничего не останется от грязи его теле. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, это пример пятикратного намаза. Аллах субханаху ва тааля стирает и прощает грехи. 5 раз в день, когда вы молитесь, Аллах прощает ваши грехи. Это хадис передал имам Бухари, рахимахуллах.